играют команды. Месимович здорово налево. Гранат. Самедов сбрасывает мяч в штрафную площадь. Железнодорожники ведут борьбу за мяч. Курани! Уэйн Курани! 1-1. Блестящий гол. В праздничный день вместе с Кубком Гагарина, который присутствует здесь и смотрит на это потрясающее исполнение. Минута с небольшим понадобилась Динамо для того, чтобы сравнять счет. И как Кевин Курани забивает гол. Красавец! Да, вот четкое отличие футбола от хоккея. В хоккее так не забьешь. А здесь, конечно, блистательно все исполняет Кевин Курани. Ну и не прав Максим Беляев. Очень плохо сыграл. Потерял позицию, потерял игрока. Бурлак потерял позицию. В общем, конечно, не доработали сейчас.